Уже традиционным можно назвать велопробег «Вахта памяти», открывающий празднование Дня шахтера. Посетить мемориальные места города и поселков посчитали важной и почетной обязанностью для себя более 30 воркутинцев. Большинство участников – шахтеры и работники объединения «Воркута-Уголь». Уже третий год «Вахта памяти» собирает их вместе для общей цели – отдать дань уважения тем, кто добывает уголь сейчас, и горнякам, не вернувшимся из забоя. Велопробег «Вахта памяти» – это еще один раз напоминание жителям всем, что город Воркута – это город шахтеров в первую очередь. Это очень достойная и почетная профессия, которую надо уважать. И мы это должны воспитывать не только во взрослых людях, пожилых, но и в детях. Маршрут велопробега от Дворца культуры шахтеров до Площади Победы и далее на мемориалы, расположенные на поселках и в Воркутинской кольцевой дороге. Третий год подряд вахту памяти несет Галина Трейс. По профессии электромонтер, занимается ремонтом различного шахтного оборудования. Воркута шахтерская. Мы все вместе должны праздновать, единые. Ну, кому-то праздник, конечно, кому-то, может, не совсем, но все равно мы едины во всем. И праздники, и в трагедии, во всем. Одно из памятных мест велопробега – кладбище на поселке Рудник, где захоронены погибшие шахтеры. В этот день своих, когда-то коллег и друзей пришли навестить горняки Воркутинской. Буквально на днях здесь были установлены памятники и оборудованы дорожки. Во время празднования Дня шахтера принято вспоминать трудовые подвиги стахановцев, первые рекордные поднятые на гора тонны угля и, конечно, своих товарищей, погибших под землей. Свою вахту памяти эти участники выполнили. И у каждого из нас также есть, пусть маленькая, но обязанность перед горняками. Ведь это уголь дал жизнь городу, а значит и шахтеры. Александр Воеводин, Павел Корнев, ТВ-Гало, Воркута.